Приветствую вас и думаю, что супругу не переделок. Ну, то есть, она ведет себя так, как формировался ее характер, так как формировалось ее восприятие, ее мировоззрение, ее отношение к вам, например. И отсюда следует одно, что вам не нравится то, как она себя ведет, это понятно. Либо вы стараетесь свою жену понять, то есть понять, почему она хочет, чтобы все было по ее. Ведь человек, который активно навязывает свое мнение, он, как правило, скрывает это, что это может быть слабость, это может быть какой-то страх, это может быть неуверенность в себе, это может быть проблемы из детства и прочее. Вам необходимо попытаться свою жену понять. То есть, на первых порах, вот после того, как посмотрите это видео, постарайтесь своей жене не перечить. Не ссориться. Поскольку полагаю, что переубедить ее в чем-то нельзя, у вас не получается, то не спорьте. Принимайте ее мнение, вообще не спорьте. Пусть она расслабится. Пусть она перестанет быть готовой к тому, что вы в любой момент будете оспаривать ее мнение. Дальше. А дальше необходимо поступить хитро. Вот она что-то сказала вам делать, да? Вы чувствуете, что это неправильно. Что это приведет к негативным последствиям. Значит, говори супруге так. Хорошо. Я сделаю так, как ты хочешь. Я сделаю так, как тебе нравится, но результат, это результат, сама будешь нести это, если мы договорились, но она, скорее всего, согласится. Если вы твердо убеждены, что результаты будут негативные, то просто-напросто поставьте жену перед фактом. Скажите, вот я сделал, как ты хотела, получилось вот это. Ты этого не хочешь, тебе не нравится результат, но ну, соответственно, тогда, если результат не нравится, то и, может быть, стоит прислушиваться к другим людям. Это вот, знаете, такое вот самостоятельное переживание того, что не во всем человек может разбираться лучше других. Ну, это нормально, это естественно. Если это не срабатывает, то есть, если ваша женщина все равно продолжает вести себя таким образом. Соответственно, человек не настроен на критическое мышление. И ей необходимо следующее. Ей необходимо понять, что вы терпеть ее не будете. Вы не будете терпеть ее такое поведение. Вы не будете слушаться ее в том, что касается моментов, ну, откровенно вредящих вам, дочери и прочего. Соответственно, что вам нужно сделать? Вам нужно показать, что вы с ней не согласны. Вплоть до того, чтобы какое-то время пошло отдельно. То есть не спорить, не ссориться, а именно просто поступками показать, что вы, ну, не готовы принимать ее поведение, ее такое вот, знаете, как немного тираническое, да, отношение к другим. Следующий этап, следующий элемент, это не спортивный, не сортивный. Не выступайте в диалоге, в конфликте на одном уровне с женщиной. Делать этого не нужно. На своем уровне она вас так или иначе обыграет.
Дожите в своей подписке. Дожите в своей стиле. Там, где вы чувствуете себя уверенно. Там, куда женщина не пойдет, потому что знает, что на вашем поле она проиграет. Держитесь там, смотрите на нее с точки зрения логики. Подумайте, почему она так хочет, чтобы все было по ее. Чего она опасается? Опасается она, скорее всего, отсутствие контроля. Это страх. Соответственно, женщине необходимо понять, что, по сути, она становится перед выбором. Либо она борется со своим страхом, понимает, что проблема в ней. Либо она теряет вас. И вот что ей дороже, то она и выберет. Понимаю, не каждый человек осознает проблему. Понимаю, что решение, предлагаемое, оно достаточно радикально. Но, по сути, других вариантов у вас нет. Иначе вы можете начать ненавидеть ее. Вы можете начать, ну, просто откровенно испытывать к ней ярко выраженный негатив. А это не приведет ни к чему, к хорошему, ни для нее, ни для вас, ни для ребенка. И вообще-то говоря, исходить нужно из интересов ребенка. Это еще один элемент, который можно использовать в качестве ключа при общении с ней. Вы оба, наверное, ребенка любите. Соответственно, хотите ему добра. Соответственно, старайтесь прийти хотя бы в том, что касается ребенка, ну, к общему мнению, относительно того, что для него будет лучше. Вот, и здесь вы можете всегда сказать, что вот, по факту, вот то-то будет для ребенка лучше, то-то будет для ребенка хуже. Если сделаем то-то, то ребенку будет хуже. Давай посмотрим. Да, понимаю, что в данном случае ребенок воспринимается как аргумент. Но женщине требуется показать, что она действительно не права, и что ее действия могут привести к негативным как бы результатам. Чтобы она осознала связь. А если связь она не осознает, то этот человек в принципе не воспринимает никакое иное мнение. И здесь, ну, бесполезно это делать. Потому что у вас есть тогда выбор только такой. Либо принять ее мнение полностью, с ней не спорить, стараясь как-то подстраиваться под нее, да? Адаптироваться. Либо уйти и, собственно, быть с ней на дистанции. Общаться с ребенком тоже на дистанции, не принимая его позиции. Но вообще-то говоря, если она вела себя так не всегда, а с какого-то определенного момента начала придерживаться такого поведения, то помог бы анализ обстоятельств, которые привели ее к такому поведению. Потому что, может быть, там была у вас какая-то непонятка, какая-то недоговоренность, что и привело к такому вот искажению ее реальности. Потому что в действительности то-то происходит, это защитный механизм, который фактически, да, искажает реальность вокруг человека. Но что этот защитный механизм открывает, нужно выяснить. И ключ к этому кроется в обстоятельствах, после которых она начала так себя вести. Постарайтесь лучше ее понять, можете подобрать более узконаправленные слова при общении с ней. Можете свое поведение подкорректировать правильным образом, дабы она увидела вас то, в чем нуждается, чтобы не перестала бояться того, от чего защищается. И отношения тогда улучшатся. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.